17-е первенство и чемпионат Северодвинска по стритболу не состоятся. Напомним, соревнования были запланированы на День России. Решение об отмене мероприятия принято оргкомитетом турнира из-за дождливой погоды, которая установилась на территории региона. На соревнования заявились рекордное количество команд во всех четырех группах. Это ветераны, женщины, мужчины и юноши. Всего 27 дружин с Архангельской области, а также гости из разных городов России, воспитанники нашей детской юношеской спортивной школы. Но ценителям баскетбола не стоит расстраиваться. Погода нас в этом году не радует, поэтому соревнование было решено в связи с погодными условиями перенести на 23 число воскресенья, 23 июня. Будет интересное зрелище. Жаль, конечно, что не в этот праздник. Также состоятся уже традиционные конкурсы по трехочковым броскам и самый зрелищный вид – слэм-данки. Будем надеяться, погода не подведет организаторов турнира, и праздник любителей оранжевого мяча все же состоится.